Спортсмен в белой футболке. Калашар Заур. Мастер спорта. Представляет себе Западный федеральный округ Ленинградскую область. Первый тренер Беслан Матушев. В данный момент тренируется под руководством Чимаева. Лучшие результаты. Первое место на первенстве Европы и первое место на первенстве России. Начал заниматься дзюдо с 2000 года. Спортсмен в синей дзюдо. Егор Цветков. Мастер спорта. Представляет Крымский федеральный округ, Республику Башкортостан и Оренбургскую область. Тренируется под руководством Терского Игоря Васильевича и Назарова Олега Алексеевича. Лучший спортивный результат – это первое место на Кубке Европы в 2015 году и третье место на чемпионате России. Также занимается дзюдо 2000 года. Арбитр данной встречи – Татьяна Кабель, судья всероссийской категории. Представляет Северо-Кавказский федеральный округ Республику Осетия.
Победу одержал Егор Цветков. Приволжский федеральный округ занял первое место в своей категории до 60 килограммов.